Здоровенькі були люди добрі. Ви на каналі Ірина Бауер. Дальне бою з вами. Ми з вами в штаті Іллінойс. Я только что разгрузилась, еду на загружечку, тоже в Иллиной, едем на Канзас. Завтра разгрузка, и после этого загружусь, еду домой, через дом. Ну, короче, на выходные домой. Такой расклад, по крайней мере, надеюсь, что все так, как я запланировала, так и будет. Иногда очень редко, но планы мои не сбываются, что-то не так пойдет. И... Ну, я надеюсь, что все пойдет так, потому что я очень уже хочу домой, уже 3 недели на дороге, хватит. Всего потрошку, да? Всего потрошку, как говорят. Багато не треба. Всех грошей не заробиш. В житті треба и відпочивати трошки. На сегодня четверг. Местное время 8.44, 91 по Фаренгейту. Очень жара большая. Такая прямо аж выходишь и аж... Ай, блин, жара. Ну, это нормально для лета, да? Че там нам жаловаться? Кого-то еще и тепла не было, а у нас уже жарище стоит нормально. То есть я не жалуюсь, просто реально выходишь и прям... Я человек, любящий жары сильной. Для меня это всегда сложно переносить жару. Но при всем этом, хорошо, что есть кондиционер, хорошо, что... ну как-то классно в конце дня тоже в спальнике включаешь кондиционер, комфортно. Спать комфортно, нормально. Че бы и не жить на дороге, да? Везде хорошо, дома лучше. Все равно. Это я так просто говорю к слову, да? Что все-таки не так уж у меня все плохо в дальнебойной жизни, чтобы не думали, что я там плачу сильно. Что-то там вам на жалость давлю, да? Все у меня хорошо. Я жаловаться не могу на свою жизнь, на... Все, да. Слава Господу. Чем-то меня сегодня будет загружать, какими-то баксами, коробками. Легкий груз будет. Да и сравнительно недалеко, там 335 миль будет от загрузки до доставки. Не так и далеко, то есть завтра на 8 утра, не надо рано вставать. Тоже хорошо. Поэтому... Как-то так, последние вот этих 2 недельки, ну уже 3 недельки, нормально, гоняем, все хорошо, стабильно. Мой диспетчер работает хорошо, здесь походу скосили сено, все скошено полностью. И видите, когда скашивает, травка сразу желтой становится, ну потому что аномальная жара. Аномальная жара, ничего не сделаешь. Лето, да? Соя, я вижу, зеленая. Это хорошо. Для фермеров, то есть урожай будет нормальный. Я смотрю, кукурузка, все. Ну, дождики проходят тоже, да? Не то, что там жара. Дождики тоже проходят в этом. Я нахожусь в своем регионе, середина Америки. Вот в Иллиной, Айова. Это вот штаты, мой регион, да? Мидвест. Так что все отлично. Я, друзья, вам желаю прекраснейших выходных. Я не буду долго затягивать этот ролик, потому что, ну, он практически ни о чем, так будем ехать да, по таких дорогах проселочных. Поэтому всем желаю добра и мира, благословения Божьего. И чтобы все были здоровы, мои подписчики. Бензин в этой местности 3,69, дизель 3,79 за галлон, 4 литра за 1 литр. 3,79. Ну, любители знают, сколько бензин, почем бензин у нас, да? Но опять-таки, это местность. Местность от местности отличается. Штат от штата отличается, да? Так что я к вам вернусь обязательно. Где-то когда-то пересечемся в Ютубе. Если вы новый подписчик и зашли на мой канал, вам нравится такой контент, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Я вам благодарна за это. Все люди, которые уже со мной, спасибо, что вы есть, за то, что заходите на мой канал, комментируете, ставите лайки. Активнее, друзья, будьте, и будем двигаться, да? Движуха у нас будет, короче, со мной. Так что я к вам вернусь обязательно. Всем пока.